Всем привет, канал меня Абдулла. Я сейчас буду показывать вам нож V&D фирмы Берекер. Он, в общем-то, не шибко дорогой, относительно, конечно же, других супер дорогих ножей. Вот фишка этого ножа в том, что он двойного действия. Как это вообще понять двойного? Вот у него есть, видите, оп, с усилием он закрывается. И вы можете его открыть, просто вот взяли и открыли. Тогда нафига он с усилием закрывается? Значит, это что-то для этого надо. То есть для чего-то это нужно. Закрыли. А сейчас у нас закрылся легко. То есть вообще какая-то абракадабра. А фокус-то вот в чем. Берем накладку, накладочку. И сдвигаем ее, накладку, в эту сторону. Вот так. И он выскакивает. Как выкидухи. Еще раз. Раз. А здесь усилие появляется. То есть это усилие пошло не на то, чтобы, например, вот здесь был выкид каким-то вот. Тут он не хочет выкидываться, просто обычно открывается. Начинаем складывать, а вот это усилие пропадает, он просто складывается. То есть он сейчас взведен. Взведен для того, чтобы при отодвигании накладки, подчеркиваю, накладки, вот она, раз, видите, вот она ходит. Он выскакивает. Это называется нож двойного действия, как мне сказал хозяин этого ножа. Нож реально интересен, потому что такая фишка, она, ну, есть, ну, мало, наверное, у каких ножей, я так думаю. Это редкая функция. Наверное, какой-то патент бекеровский или еще что-то. Вот. Приятно. В руке лежит, маленький совсем. Костюмчик куда-то там, кармашек. Будет хорошо. Накладки шершавенькие такие, держать приятно, хорошо. Оп, не открывается. Но если его попробовать резко, как я люблю делать, показывал пальцем, то открывается достаточно, тоже вылетает. Но гораздо приятнее сдвигать вот эту вот кнопочку. Да, хочется щелкать, щелкать, щелкать. Еще разочек щелкну. Закрывается туго, сразу говорю, очень туго закрывается. Попробуем, что он там режет. Хозяин ножа не точит их из принципа. Поэтому это заводская заточка. Такая есть? Такая есть. Прекрасно. Прекрасно. Я скажу, очень даже хорошо. Что-то он. Скажу, для заводской заточки очень даже хорошо. Так, это был обзор. Ножичка. Берекер. V&D. От канала меня Абдулла. Сейчас будут фотографии, музычка, как обычно. Всем приятного просмотра. Пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Посмотрите еще кучу крутых ножей, ну и всяких штук. Да, пока. Маленький постскриптум. Я тут все говорил, что хозяин не хочет точить ножи. Он их хочет точить, просто ему пока нечем. И он ждет систему точки, как какие-то там штуки привезут, и тогда ножи будут точиться, естественно. Вот. Я уже тут наговорю понапрасну. Подумаю. Изготовление профиль изготавливают в Ижевске. А, то есть, это еще и спецзаказ? Ну, они доделают, они аналог Апекса, но с более удобными функциями. Понятно. Это сказал, что хозяин из принципа не точит. Во, коллекционер, да таких не бывает, наверное. Из принципа не точу, просто вручную. А, понял. Ну, эту штучку, как только она появится, я не знаю, когда еще мне удастся поснимать, я бы, конечно... Обещают в середине июня. А, в середине июня. Ну, я загадывать не буду, обещать не люблю. Возможность будет, сниму обязательно, потому что всякие такие редкие штуки снимать обожаю. И вам, видимо, из-за этого и нравится мой канал, что я могу показать то, что другие не покажут. И постебаться еще немножко, повеселиться. Вот-вот. Или ступить просто, как сейчас, сказать какую-то фигню. Всем пока-пока.